Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как вас зовут? Аружан. Аружан. Мама? Да, это мама. Что за песня? Я буду петь песню Стиви Вандера. Wow. Don't you worry about a thing. Давай, мы желаем тебе удачи, и с мамой будем переживать за тебя. Маму зовут? Гульджан. Гульджан. Все, Гульджан, с вами. Давай, Аружан, удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Такая красивая, уверенная. Спасибо. Ну, давайте. Если вы готовы, то мы бы хотели послушать, с чем вы к нам приехали. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. I'm just reaching out of pain, just taking the things no one thought. Don't you worry. Там были строчки классные в песне «Everybody needs a chance», «Каждому нужен шанс». И наше шоу как раз именно об этом. И ты этот шанс сегодня использовала. Выступила здорово. Спасибо. Да, молодец. Очень сложную песню выбрала. Где-то попадала, где-то не попадала. Но тебе всего 13 лет, да? Да, мне 13. Ну, в 13 лет так петь, конечно, это... как бы успех для тебя. На самом деле, Алматы – это город, который очень любит творчество Стиви Вандера. Мы вообще любим петь и джаз-рок, там, и Гульнуру права, конечно. Но это же лайф. В целом, мне кажется, что ты справилась с заданием. Спасибо большое. Аружан, а можно будет пригласить вашу маму на сцену? Боже мой! Да, почему мы вас на сцену вызвали? Мы хотим сказать вам спасибо за такую дочь, за такой талант. Мы бы очень хотели, чтобы вы берегли, помогли выйти в свет, потому что такой талант должен увидеть мир. Я говорю да. Спасибо большое. Аружан, молодец, что ты вот занимаешься музыкой. Здорово, что мама поддерживает. Я думаю, у тебя вся жизнь впереди. Я хотела пожелать ей удачи, но я сегодня говорю нет. Боже мой, это не я. Нет, Ситора, причем себя ведет так, как будто она
Ружан готовила сама. Show must go on. Я говорю да. Спасибо большое. Я не могу сказать нет, да. У вас три да. А то нет, вы проходите следующий тур. Я вас обожаю просто. Спасибо, до свидания. До свидания. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.